Вот какая красота сегодня. А мы, ребята, в поиске забытых, заброшенных деревень. Снега в лесу очень много, идти тяжело, но мы пробираемся, пробиваем путь и, надеюсь, без находок не останемся. Пришли на точку, и здесь, смотрите, какая большая горка. Здесь был когда-то дом. Вот кто-то начинал уже тут что-то, видно, копать. Мы даже знаем, кто. А мы продолжим. Это нелегкое дело. А в лесу красота. Углубляемся в фундамент. Вот здесь, смотрите, глубину копнули, сразу же пошла вода, поэтому копать вглубь не вариант. Поэтому пытаемся раскидать сейчас вот этот вот перемес. Идут камни, кирпич, кусочки посуды пошли, но еще пока ни одного полезного сигнала. И вот такая вот красота вокруг нас. Выпадает, друзья, первая монета. Выпала сверху, и видно, что дом горел. Видно, что монета горелая. Номинал 2 копейки Николая II, но пока на ней ничего не разобрать. И также пошло стекло, керамика, фарфор. И это уже начинает радовать. Начали попадаться монетки. Вытащили только что 2 копеечки ранних советов. Сейчас покажу. И посмотрите, вот раскапываем вот такой вот перемес. Камни, кирпич, стекло, все вот, все в перемешку, все вместе. Вот такая вот монетка. 2 копеечки. Ну, видно тоже, что горелые. Начали ребята разгребать снег, и сверху выпадает такая вот монетка. А выпало у нас 0,5 копейки Николая II. Год, к сожалению, пока не виден. Ну, помоем, надеюсь, отмоется. Вот здесь вот разгребали снег, и здесь вот выпало. Очередной сигнал, и вылетает 3 копейки 1900 года. С этой стороны монетка неплохая, вот, а с другой пока что не очистилась. Ну, ничего, почистим. Главное, что находка. Находка приятная. Крупная монетка. Ищем дальше. Углубляемся, углубляемся. Вот такие вот камни повыворачивали здесь. Сигнальчики идут. Монеток, правда, еще не сильно много, но цветные сигналы радуют. Сейчас в лесу посветлело. Так стало красиво. Зимний лес. Места красивые. Прибор стоит, отдыхает. Такой вот камень все хотим выковырнуть. И там красота. Зимний лес. Да, зима скоро уже
подходит к концу. Скоро весна, потеплеет. Вот тогда сезон начнется. А сейчас пока так, балуемся. Вылетают два вот таких вот бутылька и 2 копейки 1938 года, ранний советик. Конечно, порадовали бутыльки, что целые, немножко здесь отколото. Но бутыльки — приятная находка, нам они нравятся. Не знаю, кому как, но мы довольны. Так вот продвигаемся. Уже вот такие вот валуны повыкидывали. Те камни, что я до этого показывал, уже зарыли. Еще у нас есть время, часик еще покопаем, а потом будем зарывать этот фундамент. Наш коп, ребята, подходит к концу. Но это видео я снимаю специально для тех, кто любит задавать вопрос: а закапываете ли вы ямки, а закопали ли вы яму? Я вам сразу хочу сказать: да, закапываем, закопали. И даже закапываем это для того, что если после нас кто-то приходит на фундамент и начинает рыть мягкую земельку, ничего не находит и уходит. А мы приходим на свой фундамент и начинаем его просто рыть с другой стороны. И ищем, и находим находки. Но если вы, друзья, не закапываете ямки, а любите задавать всем такие вопросы, то не судите по себе других. Просто накипело. А у нас вот такая вот красота. Процесс закапывания потихоньку идет. Самый большой валун мы уже закопали. Вот, смотрите, чтобы лишний раз не задавать глупых вопросов. Ямки закапываем. Ну вот, собственно говоря, мы ямку и зарыли. Присыпали немножко снегом. Но мы на этот фундамент еще вернемся. Что здесь гора большая. Надо еще рыть с других сторон, пробовать. Ну а после нас вот что осталось. Раскидали, поровняли землю. Только валун остался торчать. На этом видео заканчиваем. Вам кладуху под катуху. До новых встреч, друзья. Ну а теперь, конечно же, надо пройтись сверху по зарытой яме. Мало ли что еще может выскочить. Вот что после нас остается.